Слава нашему Господу! Дорогие братья и сестры, слушающие Слово Божие, хор пропел, гори огонь. Когда мы вспоминаем, воскресший Христос и шел с учениками дома. И когда открылся им, вы знаете эту историю, вот, и стали говорить в ней между собой не горело ли сердце наше. И в данный час пусть мое сердце горит, говорящего, и вас, дорогие друзья, слушающие. Перед тем, как кончать будем наше собрание, я прочитаю местописание «Плач Еремии». Подобно, как 118-й псалом на азбуку еврейскую в то время написан, 22 буквы, так и плач Еремии. Каждая глава 12, 22 буквы и на каждую букву. А там в середине, там подряд, в одной главе 66 там, значит, стихов. Значит, Плач Иеремии. Я люблю читать особенно эту книгу «Плачущую Иеремию». Она, он был в то время, когда большое горе было для народа иудейского. И вот первая глава, я читаю, два стиха, восьмой и девятый. «Тяжко согрешил Иерусалим за то, и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и творачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помешлял о будущности своей, поэтому и унизился. Я желаю говорить на тему «Помышлять о будущности нам, верующим людям». Слово Божие читаем вот это местописание. Я сейчас взаимоотношения родителей и детей. Это важная тема. Мы всегда или молитвами детей, или молимся о детей, вспоминаем значит, послание христианам. там как раз сказано об этом. Шестая глава, первый по третий стих. «Почитай отца твоего и мать, Да будет тебе благо, и будеш довголетен на землі, по – буде добре тобі вестись, і будеш довголітен на землі. Будешність молодого чоловіка і сина или дочери перед родителями, зависит от того, как ти почитав отца і мать твою. И будешь долголетен на земле. И во время твоего хождения пред Богом на этой земле будет тебе благо, добрый будет вестись с тобой. Конечно, Бог и испытания будет допускать. И брат перед мною напоминал за их семью многодетную, как смеялись другие, а потом, а потом завидовали. Дорогие друзья, особенно притчи Соломона много сказано там. Вот читаем первая глава с 8 по 9, можно читать. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей» прекрасный венок. Значит, наставление отца и матери – это очень важно. Он еще там говорит, например, 20 глава и 20 стих этого пришли. «Кто злословит отца своего и свою мать, того свет... светило погаснет среди глубокой тьмы». Представить себе, подобно ну, как тьма была там в Египте, казнь от Господа. Сидели, нельзя было, Пройти, я не раз вспоминаю, вдруг потух свет в шахте и полностью тьма. Сидели просто. Не, не, а в земле 7 свет был. тьма. И вот поэтому... Как раз когда нужно тебе помощь, когда нужно, чтобы добро в тебе было, и святильник угаснет. И еще там есть места Писания. Вот глаз, это уже 30 глава тоже причита 17 стих, глаз насмехающийся над Отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут орлины. Конечно, вам приходилось старшим людям видеть во время войны, когда на поле битвы, да, было такое время, что сразу не хоронили, самые первые глаза выклюют. Много таких было, и как братья рассказывали, старше меня. Дорогие друзья, Дорогие дети, которым уже, может, по 50 лет и меньших, а вас же отец и мать есть. Помните это слово. И если кто порешил в ноги упасть. в наше время были случаи, среди верующих поднял руку на отца или на мать или злословил. Я не раз повторяю, в моей краткой жизни безнаказанным не остался он. Уже давно их нету на свете. Нету их. И кто позволял себе или позволяет себе оскорблять отца и матерь свою? Может быть, уже и силы их, и духовные, и плотские они те, может быть, неправильно рассуждает, что почитай отца и мать, почитай, дабы благо было тебе. И в Экклесиаста написано, там 11 глава, 9 стих, «Веселись, юноша, в юности твоей, поступай по влечению сердца твоего, только знай, что за все это Бог Приведет тебя на суд. Суд у Господа верный, строгий, неподкупный, строгий суд у Бога. Дорогие друзья, это в отношении только семьи, детей и родителей, а сколько других мы, мы считаем, когда люди не помешляли о будущности. Вот хотя бы возьмем пророка Исаи, 47 глава, 6 по 7 стих. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое, предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, дочь Вавилона» на старца налагала крайне тяжкое иго твое и не проставляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после сего. Слышите? Господь то предал народ свой, наказал его, но те, которые пленили их, тяжко издевались над ними. Ты не помышлял, что будет, и с тобою так же. И когда читаешь книгу Даниила, вот, вторая глава, 29 стих, по 29 уже считать, когда сон снился царю, какой-то страшный сон, невыкновенный сон, он забыл и не мог припомнить, и созвал там волхвов, знаете, царь, расскажи нам сон, а мы объясним тебя. Вон так разнялся, в куски изрубим, изрублю вас. И вдруг Даниил также, и там, кажется, Орех был такой страшный, повелитель царский. За что такое грозное появление у царя? А вот так и так. Скажи цару, пусть не убивает Волхов, И мы скажем, время дай, и мы объясним все. И мы читаем, он призвал друзей своих, Сейдахмаса Абдинава, и начали призывать имя Господне, и Бог открыл ему. И вот ты, царь, на ложе твоем, думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. Это всякого монарха, а сейчас и президентов, как они называются в странах, будет грабить, грабить, прилагать страну до страны, а потом думает, а что будет после? Ну, детям, внукам передать. Это помещение всех правителей так. Но открывающий тайны показал. Мы читаем это местописание, особенно меня волнует В то время самое сильне государство было в мире. І цар, імператор, новогодоносар пав перед рабом. На ніс впав перед поклонился ему. Слава нашому Господу. Бог И відкриває тайны. І народу відкриває тайны, поговоримо послі. Мы еще можем считать местописание. Еремия, 50 глава, тоже об этом государстве. С 10 -го по 12 стих можно считать. «Ибо вы выселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего». И там дальше есть слова. Вот будущность тех народов – пустыня, сухая земля и степ. Будущность Вавилона. В прошлом столетии того археологи узнали, где город тут был. Стена, колесница, мы ездили по всей стене. Никогда не помышлял он, там же внуки его что завоеватели завоюют его. Господь сильный, судится сильно. Хотя он сказал, раб мой Навгузоносор, он то и то сделает. Быть в руке – это мое негодование. Но когда уже считаем две главы последних или предпоследних Еремии, какой суд там? стреляйте на него, приготовляйте против него. И вот и там все время повторяется, за то, что он возмутился против меня, за то, что он согрешил против, передо мною. И написано, это отомщение за храм мой, это отомщение за самое любимое мое, я отдал на порвание. И вот поэтому и мы в настоящее время видим, рассказывают бедуины, про, которые э, кучуют в этих местах на ночь, не оставляют, ну просто как не хочет даже ночевать в этом месте. Будущность таких народов – пустыня, сухая земля и степь. Дорогие друзья, помышлять о будущности. Мы читаем же, же с Нового Завета Луки, 19 глава, 41 по 44 стих, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру Твоему, кто есть к будущности твоей, но это закрыт. Разве виновен Бог, что закрылись глаза их, ожесточили были? Явные чудеса творил Иисус Христос. Никодим ночью пришел и сказал, Человек не может такое, если Бог, не, не посланный Богом, такое творить. И если не верите мне по делам моим, Отец Небесный дал сотворить на земле. Дорогие друзья, не помешлял о будущности. Да поможет нам Господь бодрствовать. Ну, вот хотя бы читаем Первые Тимофею, там можно считать 17 по 19 стих. Богатых в настоящее веке увещевай, чтобы они не уповали ни на богатство неверное. Богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирали себе сокровища, добрые основания для будущего дабы достигнуть жизни вечной. Ты же, человек Божий, убегай от всего, а те будут бежать туда. Ты же убегай. Человек Божий, с тобой и дело имеет Господь. Я понимаю, те, которые служат Господу, в страхе ходят пред Господом. Это человек Божий. Жены блаженные, Брат упоминал, мир говорит, враг через них говорит, не рождай, а Божьи человеки или жены родят. И мы можем напоминать еще. что, и ныне. Ну, какое богатство! Раньше богатели, а и сейчас тоже есть богатые люди, из нашего народа даже. И дом к дому, или тысяча к тысяче, и на долгое время мне будет. Они помышляют о том, что оно крылья имеет богатство. Дорогие друзья, я вместе с вами, и вы там, братья, и сестры, и дети, где смотрите и слышите, будем помышлять о будущности. Пусть молитва братьев и сестер возраста такого, как я, старше, моложе, да вы помышляете о будущности, дабы без страха перейти реку смерти и увечаться славою Божью, войти в присутствие Его. Да поможет нам Господь и вам, дорогие друзья, и мы в нужде, в молитве сердечной попросим этого Господа, склоним колено там, где вы находитесь все вместе, и будем благодарить Господа.